больше не ходит. Да. Мы с Анатолием знаем. То ли пожил, то ли знает, то ли... 20 лет здесь возьмем. Да. Ну да, раньше. Да, эти гробы и возил оттуда с покойницами. Завтра. Да? А завтра точно уйдет? Вот это. А ты сейчас срочно? А? Срочно? Нет, сейчас? Нет, сейчас я думаю. Давай до завтра там будет видно. Через два дня говорю. Готовите вы сами себе здесь? Ну, у нас мы утром себе подогреваем все, что сможем там покушать. А в обед нас здесь кормят. А. Ходить этот как автобус. Вам? Да, автобус. И переделали это расписание. Это сегодня вот утром его. Он говорит.